Всем привет! В предыдущий раз мы с вами собрали уже аж 40 номеров. Вот что мы имеем на сегодняшний момент. И давайте собирать еще одну посылочку. Еще новые 4 номера. Интересно, что же в них будет. Продолжение этой сидюшки. Или все-таки еще одна. Давайте смотреть и собирать. Сегодня номера 41. Все-таки это продолжение сиделки. 42. Приборная панель. 43. Лампочки в эту приборную панель. Световые приборы. И получается 44 щиток моторного отсека. Ну что, приступим. Номер 41. И во всем номере у нас только крепежи сиделки. Постер довольно-таки интересный. Собираем переднее сиденье. Первый шаг. Берем основание. Все подходит как влитое. И прикручиваем болтиками. Прикрутили. Далее берем вот такой элемент. Он, кстати, металлический. И к нему прикручиваем спинку. Готово. Следующий шаг. Берем две спинки и скручиваем между собой. Интересная получается сиделочка. Каркас. Металл, основание пластик, а само прорезиненное, мягкое получается, внутри поролончик. Интересненько довольно-таки. И последний шаг у нас получается основание, которое идет, уже будет идти к полу. Деталька немножко кривая, но я думаю болтиком сейчас подтянется. И все, кто сказал то, что отвертки сработаются, частично правы, частично нет. Ну, как бы стали похуже. Но до сих пор крутят нормально. Ну все. Сборка 41 номера закончилась. Далее начинается что-то интересное с приборной панелью и, так сказать, светящаяся часть. А вот и номер 42. Это панель пластмассовая. Это два каких-то уголка. И переключатели. Кучка. Вот разноцветные высыпали. И уголки прикручиваются на два болтика. АП, я так понимаю. Оп. Вот и весь набор. Собираем. Берем. Первый шаг. Устанавливаем ручку. А ручка называется центральный переключатель света. Вот. Есть у нее такие пазы. И просто втыкаем. Переключатель света есть. Следующий. Второй шаг. Установите ручки управления заслонками карбюратора. Ну, я так понимаю, подсос. В общем, можно не читать, а просто втыкивать. Так, следующий. Следующий у нас идет зеленая лампочка, и мы ее ставим по центру всего. Угу. Села до конца. Далее по краям от нее две красные лампочки.
Ну и остается у нас еще два тумблера дальше по краям. И следующий у нас идет, берем левую и правую. Ну вот и все. 42 номер закончен. Берем 43 и вставляем уже панель приборов. Номер 43. Вот такие вот красивые приборы. Вот, поближе. Что мы берем? Шаг 1. Берем плату. Вот так. И берем сами, ну я сейчас так вот лучше высыплю, сами приборы и плату получается вот сюда. Угу. Так, поставили и берем вот этот элемент и получается прикручиваем. А прикручиваем надо болтики пропустить, этот проводочек пропустить через отверстие. Прикрутили. Теперь берем переднюю часть и соединяем вот так. И устанавливаем на место. Угу. Установили и прикручиваем. Прикрутили. Вот так получается. Берем рамку. Рамка, кстати, металлическая. И вот отсюда ее устанавливаем. Вот так, в общем, получается. И если кто-то не собирал, сначала все прикрутите болтики, а потом уже втыкайте вот эти вот мелочевку, а то есть шанс ее сломать, потому что она похрустывает. Вот, далее берем и подключаем электрическую часть, так сказать. Так, что нам нужно сделать? Берем кнопочку B и втыкаем вот сюда. Далее берем кнопочку D, втыкаем, так, сейчас проводочки, втыкаем вот сюда, берем вот такую вот перекладинку и прикручиваем, вот так вот получается. Далее диодик F, пластмассочку, потом вставляем в колпачок, вот туда. Так, а болтиками прикручиваем GP. Так, прикрутили подсветку. Вот так. И теперь вставляем ручку. Тадамс. Неплохо. И следующий шаг у нас рулевая колонка. По-другому она никак не встанет. Дополнительных элементов нет. Болтики КП. Соответственно, скоро наш руль перестанет просто так болтаться. Странно, конечно. Руль-то у нас собранный. Раскручивать, что ли, придется? Ну и следующие у нас тут элементы. Сейчас будем собирать. Переповоротники. Очень мелкие детальки. Вот такие вот. Хомутик. Ну что, приступим. Маленькую часть берем ручку, вставляем туда и закрываем второй. Ух, как интересно, чтобы все это собрать и ничего не выскочило. Далее читаем, каким болтиком. Болтиком ПП. Так, прикрутили. Далее это все дело становится у нас вот сюда.
Ага, встала. Далее берем, очень интересно, хомутик. К нему прикручиваем тоже болтиком ПП вот такую вот втулочку. Потом берем хомут, вставляем. Кстати, хомут металлический. И получается, как-то нам его надо закрепить. Ага, вот, понял. Очень интересненько. Вот так получается, сверху у нас защелка, а снизу закручиваем. И вот так получается, болтик оттуда, тут втулочка, и вот так чик-чик-чик, свет у нас щелкает. И все-таки мои предположения подтвердились. Разбираем с вами руль и раскручиваем. И назад пибикалку, оп, вставляем. Ну что, кайф? Смотрите, я думаю, что кайф. И все, на этом номер наш закончен. Убираем стороночку и открываем следующий. Напомню, еще один номерочек, и посылка наша с вами закончится. 44-й, довольно-таки мощный номер. Вот такой. Перегородка моторного щита. Ну, я так и думаю. Моторный отсек. Первый шаг. Берем вот такую детальку. К ней цепляем короткий черный шланг. Далее берем короткий серый шланг. Потом берем моторный щит и вот сюда прикручиваем. Готово. И аккуратненько соединяем шланги наши. И длинненький одеваем наверх. Вот так вот. Какая-то розетка, не знаю, вариатор какой-то. Непонятно для меня. Прикручиваем и все. Вот так вот. Теперь берем вот такую детальку. Просто вот эта штукенция пока болтается. Мы ее не прикручиваем, а берем вот эту круглую, одеваем на нее медный шланг и все. И на этом сборка 44 номера и этой посылочки закончена. Ну, в общем, где-то вот так это у нас получается. Моторный щит, отверстие, вот такая вот штучка, вот такие вот номера.